Добрый день, друзья! Рады приветствовать вас на канале «Покупай легко». Сегодня у нас в обзоре увлажнитель, ночник и игрушка. Все это в одном представлено в виде космической капсулы с астронавтом внутри. Основная функция увлажнителя. Здесь резервуар, который наполняется водой, и фильтр, который пропитывается. Поэтому сразу предупрежу, что увлажнитель начинает работать не сразу. Если вы залили воду, придется подождать, пока фильтр пропитается водой. Включение производится однократным нажатием клавиши. Начинает работать увлажнитель. Длительное нажатие на клавишу. Включается режим ночника. В режиме ночника имеет две вариации. То есть сейчас работает один режим. Если еще раз длительно нажать на клавишу, подержать, включается второй режим подсветки, более спокойный. Отдельно может работать увлажнитель и ночник. То есть не обязательно, чтобы они работали вместе. То есть, например, вы хотите использовать данное изделие как ночник, отключаете функцию увлажнения. Остается только функция ночника. Сам увлажнитель, он беззвучный. Внутри космического корабля, капсулы, имеется еще игрушка. Выполненный из пластика, очень качественного, приятного на ощупь. Вот такой вот астронавт. Крепится он на специальную подставку внутри космической капсулы. Такой вот увлажнитель, ночник и игрушка в одном станет прекрасным подарком для вашего ребенка или для тех, кто обожает космическую тематику. Надеюсь, вам понравился наш обзор. Будем рады снова видеть вас на нашем канале. Всем пока!